Современный рынок криптовалют постоянно растет и обзаводится новыми монетами и токенами. Конечно же, люди меняют и продают их, используя различные площадки. Большее количество разнообразных проектов завлекают пользователей разнообразными технологиями, которые облегчают обмен данными. Поиск подходящей площадки – дело нелегкое и кропотливое, которое требует тщательного изучения материалов, а также уйму времени на поиск подходящих кандидатов. Современные проекты должны обеспечивать максимальную анонимность и безопасность, при этом облегчать процесс обмена данными. Polkadot Network полностью соответствует всем вышеописанным критериям, и именно про нее сегодня пойдет речь. Polkadot – это децентрализованная Web 3.0, сеть, которая позволяет объединять блокчейны. Современные проекты могут безопасно передавать между собой данные, укреплять защиту путем объединения технологий и даже создавать новые блокчейны. Главной целью проекта является создание новой сети, где блокчейны смогут работать параллельно, соединяясь в более мощные проекты. Руководители проекта хотят сделать это без общесистемных обновлений и хардфорков, тем самым создав новую, ни на что не похожую сеть, работающую по концепции Web 3.0. В случае успеха пользователи получат полностью децентрализованную сеть, которая позволяет создавать более качественный контент. В Polkadot парные блокчейны называются парачейнами. Сама сеть состоит из множества парачейнов, которые обеспечивают максимальную безопасность, а также беспрепятственный обмен транзакциями. Сеть работает на механизме NPOS – Nominated Proof of Stake, который позволяет выбирать валидаторов и номинаторов. Так обеспечивается максимальная защита. Сам код Polkadot компилируется в высокопроизводительной виртуальной среде WebAssembly. К разработке причастны такие крупные компании, как Google, Mozilla, Apple и Microsoft. Сеть проекта использует гибкий кроссплатформенный сетевой фреймворк Lib2P, предназначенный для одноранговых приложений. Он может обнаруживать пиры и обеспечивает обмен данными в экосистеме проекта. Сама исполнительная среда написана на C++, Golang и Rust. Это дает возможность для работы широкому спектру разработчиков. Благодаря этому постоянно появляются новые блокчейны, обеспечивая стабильный рост парачейнов. Polkadot позволяет использовать любые блокчейны, но они должны соответствовать нескольким стандартам. Претенденты должны иметь возможность создавать быстрые и компактные доказательства, а также поддерживать санкционированные транзакции, например, смарт-контракты. Любой желающий может разработать собственный пользовательский блокчейн благодаря встроенной платформе Substrate. Разработанный парачейн можно подключить к сети Polkadot в течение нескольких минут, при этом не испытывая каких-либо трудностей. Экосистема состоит из трех компонентов. Relay Chain – связующая цепь, строго говоря, это сердце системы. Именно благодаря Relay Chain производится обмен транзакциями между сетями. Parachain – как было сказано раньше, это блокчейны, которые работают параллельно. Благодаря им осуществляются сами транзакции, после чего они заносятся в основной блокчейн. Bridge – мосты. Мосты – это особые ссылки на имеющиеся в сети блокчейны. Они имеют свой особый консенсус. Polkadot имеется свой токен, который называется DOT. В экосистеме он выполняет как управленческие функции, позволяет пользователям как-либо контролировать изменения проекта, так и расширяет парачейны. Можно добавлять новые блокчейны, а также удалять неактивные. Владельцы DOT смогут быть валидаторами, коллаторами или же номинаторами. Также они смогут принимать участие в обновлениях протоколов. DOT составляет 1 миллиард токенов после деноминаций, изначально было 10 миллионов. Это было сделано с целью облегчения вычислений. Polkadot позволяет любому желающему создать свой собственный блокчейн, а также максимально безопасно и беспрепятственно обмениваться транзакциями внутри сети. Проект стабильно развивается, постоянно предлагая новые решения и облегчая жизнь пользователям. Токены DOT входят в десятку CoinMarketCap, поэтому их покупка в будущем может очень хорошо окупиться. Благодаря титаническим усилиям команды проекта, Polkadot постоянно достигает новых вершин, становясь все более привлекательной для крупных инвесторов. Если вас заинтересовал данный проект, можно следить за его развитием или же поддержать покупкой токена.